угрожает им оружием. А в Ливии Каддафи свергнуть нужно всем. Как бы мы в обмане и жили, их жвачек ушипали, с врагами дружили. Все тело убили, бы мы доверяли. Они бы страну за страной разоряли. До наших границ добрались они быстро. И опять нам твердят, что крушат террористов. И с ужасом правду о них осознали, когда они в Донбассе детей убивали. Так вас наш родной заслонил отчизну собой, чтоб помочь им мы пришли в тот. Поднимайся, единый народ, цель отечества вернуть. Это к мирной жизни путь, только вместе сможем побеждать. Сумели это осознать, так знай же сама. Мы пробудились, надеялись, и ваши глаза открылись. Союз вы разделили, чтобы всех коварно разорять. Но мы умеем вместе побеждать. После 90-х времена вы победили, и земли наши центробанки захватили. Внедрили конституции, чтоб дань платили мы, и войны разожгли на территории страны. Но мы восстановим союз наш родной, за Донбасс мы станем стеной. Чтоб победить, нам всем нужен род. Поднимайся, единый народ, цель отечества спасти. И иного нет пути, только вместе побеждать. Врага смогли мы распознать. Они сами взорвали башни-близнецы, чтобы захватить Афганистан. Они убили Хусейна и Каддафи, чтобы выкачивать нефть из Ирака и Ливии. Они разрушили наш могучий союз, чтобы уничтожить поодиночке и превратить в рабов. Грабят Украину, грабят Россию. Все страны постсоветского пространства, их колонии с 90-х уже хватит. И вот когда решили мы объединиться, врага дурманил те, кто не успели пробудиться. Фашисты захватили в ритной Украине власть. На тех, кто правду осознал, заставили напасть. Сын Байдена мечтал качать из свинцовый газ, который уничтожил бы родной Донбасс. Скорее, украинцы, пробуждайтесь, и против оккупантов за Донбасс объединяйтесь. Восстановим союз наш родной, за Донбасс мы станем стеной. Чтоб победить, нам всем нужен лот. Поднимайся, единый народ, цель отечества вернуть. Это к мирной жизни путь, объединившись побеждать. Сумели это осознать.